Друзья, приветствую! В прошлом видео я сыграл эту же самую мелодию «Метель» на гитаре с металлическими струнами. Это эстрадная гитара. В этом видео я хочу сыграть эту же самую мелодию, только на гитаре с нейлоновыми струнами. Я знаю, что мои зрители, подписчики и ученики делятся на два лагеря. Есть те, кто предпочтение отдает теплому нейлоновому классическому звучанию, и есть те, кто отдает предпочтение эстрадному, металлическому, глянцевому, яркому звучанию. И сейчас как раз-таки у вас будет возможность сравнить, как звучит одна и та же мелодия на двух гитарах, на классической и на эстрадной. И если вы находитесь на перепутье, на каком инструменте научиться играть, только в самом начале пути, делаете первые шаги или еще даже не приобрели инструмент, вот как раз-таки для вас будет реальная практическая возможность послушать звучание и отдать предпочтение тому или иному инструменту. Желаю приятного прослушивания, благодарю за лайки и всего самого наилучшего.